Перед началом видео я бы хотел вам предложить войти в группу ВКонтакте моего канала. Здесь будут опубликовываться все мои новые видео. Также здесь можно ознакомиться с критериями сотрудничества, предложить свои новые темы для беседы и так далее. Вступайте, я жду вас. Ссылка в описании. Всем привет, с вами Водород, и сегодня мы поговорим о величайших научных достижениях 2015 года. 2015 год был очень важен для науки. Ученые представили целый ряд научных достижений, которые навсегда изменят мир в лучшую сторону. Технологии развиваются стремительными темпами, так как наша жажда знаний постоянно растет. В 2015 году ученые обнаружили очень интересные вещи не только на нашей планете, но и во всей Вселенной в целом. Представляю вашему вниманию величайшие научные достижения 2015 года. И первое открытие – это сверхкрупная черная дыра. Мы прекрасно осведомлены о разрушительной силе черных дыр. Но в 2015-м ученые обнаружили сверхкрупную дыру, которая по размерам равна 12 миллиардам солнц. Такой размер делает ее самой большой черной дырой из когда-либо обнаруженных. Второе открытие – это открытие двух новых планет. Согласно исследованиям ученых, еще две планеты могут вращаться вокруг нашего Солнца вне Плутона. В настоящее время их называют планетами X и Y, пока научное сообщество не придумает что-то более броское. Третье открытие – это вода на Марсе. Вода – это источник всей жизни. И совсем недавно исследователи НАСА обнаружили жизненно необходимую влагу на поверхности Красной планеты. Согласно спутниковым изображениям, соленая вода появляется во всех долинах и каньонах Красного гиганта в течение марсианского лета. Четвертое открытие – это дальний родственник Земли. Телескоп Кеплер обнаружил планету Кеплер-452b, которая подобна Земле. Она имеет такую же самую орбиту и потому является вполне пригодной для жилья. Единственной разницей является ее намного больший размер по сравнению с Землей. Конечно же, с нашей текущей скоростью передвижения в космосе Кеплер-452b абсолютно недостижим. Пятое открытие – это умирающая Вселенная. Исследователи обнаружили, что Вселенная выделяет вдвое меньше энергии, чем 2 миллиарда лет назад. Это означает, что Вселенная постепенно умирает. К счастью, эта смерть не произойдет завтра или в ближайшее время, так что пока не стоит беспокоиться по этому поводу. Шестое открытие – это искусственная поджелудочная железа. И это хорошая новость для всех диабетиков, так как ученые создали вживляемую искусственную поджелудочную железу, которая сможет управлять вашими уровнями глюкозы и при необходимости выпускать в кровоток инсулин. Седьмое открытие – это новый антибиотик. Бактериальные инфекции становятся более стойкими к антибактериальным препаратам. Потому ученые были вынуждены придумать новый антибиотик под названием Тиэксобактин. Антибиотик легко противодействует большому спектру бактериальных инфекций и будет особенно полезным для тех, кто имеет аллергию на пенициллин. Восьмое открытие – это вакцина против ВИЧ. Научно-исследовательский институт Scripps разработал новое лекарство, которое способно эффективно лечить и предотвращать все формы ВИЧ. Запущено множество компаний, планирующих побороть эту ужасную болезнь к 2020 году. И новая вакцина выглядит довольно многообещающей. Девятое открытие – это искусственный интеллект Google. Google решил разработать искусственный интеллект, способный разговаривать с пользователями, решать их проблемы и помогать с запросами. Интеллект способен изучать и разговаривать на множестве различных языках. Пока что интеллект находится лишь на стадии разработки, и говорить об окончательных сроках реализации пока рано.